Утро Евгения Андреева начинается не с кофе. Упражнения на разные группы мышц помогают прийти в форму после каникул. Чтобы мышцы были в тонусе, избежать какие-либо травмы. У нас травмируются колени, спины, и мы укрепляем это все в физическом зале. То есть физическая подготовка, тренажерный зал, мы укрепляем больше мышцы. Мы не раскачиваемся, а именно укрепление. Прошлый сезон для волейбольного клуба «Факел» прошел успешно. Четвертое место в Суперлиге. Такого в истории клуба не было давно. На этот сезон планы еще серьезнее. В следующем сезоне уже будет поинтереснее. И ребята уже более будут увереннее себя чувствовать. Мы уже знаем, что мы можем играть с соперниками, которые намного опытнее нас, сильнее нас. Я думаю, мы справимся. Либеро – особый игрок команды. Он принимает на себя большую часть подачи соперника. Глядя на игру Евгения, кажется, что у него напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Волейболист родился в Тюменской области, поэтому и отпуск старается провести с семьей на родине. Проснулся, с ребенком поиграл, покупал его, покормил. Сходил на улицу, погулял, пришел спать, уложил и так далее. Все равно мало в сезоне видишься с женой, с ребенком. В отпуске максимально проводишь с ними время. Но все же свою маленькую дочь отдавать в большой спорт Евгений не хочет. Честно, трудный вопрос, потому что, зная какие-то травмы, какая-то боль переносится, не знаю, профессиональный спорт, как бы не хотелось бы мне своего ребенка отдавать. И там уже как сама выберет. Через 2 недели команде предстоит углубленный медицинский осмотр, а затем начнется подготовка к новому сезону. Свой первый матч «Огненные» проведут в Казани. 22 августа там пройдет первый этап Кубка легенд. Екатерина Полянинова, Александр Суворов. Время и мало. Тюмень.